бордюр команды 37-й. 23-й номер Егор Шишкин. Ну и Александр Давыдов, 3-й номер, поставил Данил долго ждать, сразу выбил. Казаков снова перевод на Балдина. Балдин думал было раскачать Писюха, а в результате дальний удар. Ну и вот можно сказать, что это такая... Не справился, можно даже сказать, проспал. Евгений Казаков на довороте с Пятигорска. Один гол. Балуха Сальников мяч отбирает, идет дальше, проходит Валеева. Вот здесь Ярулин выручает, Сергеев бьет издали, еще одна попытка, 2-0. 2-0, и вот это уже гол не просто на классе, это уже мяч добили, доработали. Обратите внимание, почему-то здесь играть. Ну да, вот примерно к 13. Итак, Мошкин против Бондарева. Гол. 2-1. Антон Мошкин подтверждает свою главу. Я любой стандартный сценарий всегда неплохой шанс отличиться. И они отличились. И они отличились и сравняли счет. 2-2. Данил Киряков. Хороший удар с лету получается. Без шансов для Дмитрия Бондаря. Вот так вот. Два удара, два гола. Берет тайм-аут. А это какие голы наверняка спросите. Сценарий иногда даже сама стремится разбить игру. За такие паузы, потому что понимает, что... Чем более рваным ритм окажется ее соперника, тем лучше для нее. И вот она, длинная передача, и гол! И Егор Шишкин забивает с передачи Кирилла Ярулина через всю площадку в результативной атаке. Еще раз смотрим, как это было. Шишкин в одно касание. Александр Райкин, который тут уже сколько втыков делал всей обороне. Почему никто никого не... На этом все. Мини-футбол, игра на пятерку. Не устаю вам повторять я, комментатор Борис Аболин.